Привет, дорогие друзья, подписчики, а также гости моего канала. И мы с вами продолжаем играть в игру «Растения против зомби 2», либо же «Plants vs. Zombies 2 часть». Погнали дальше, значит, сегодня мы пойдем на арены и испытаем кое-какое новое растение. Так, значит, у нас тут всякие дневные, опять же, вот эти призы. Но что же я тебе хочу сказать? Вчера я зашел на арену, и, короче, вот вдруг стало ни с того ни с сего доступно вот это растение. Блин, что-то сегодня загрузка какая-то странная. Значит, вот это растение стало доступно на испытаниях. И что же я хочу тебе сказать? Оно мне не понравилось. Я не знаю, почему. Как-то либо его стрельба меня смутила, либо что. Короче, погнали, сейчас сыграем. Я тебе покажу, чё к чему. Значит, не знаю, имба ли оно или нет. Может, кому-то такое понравится. Вот оно, значит, это семиголовое вроде растение, если я не ошибаюсь. Или сколько там, подожди, 9-головое, ни хренашечки. Ну, короче, смотри, значит, сейчас по-быстренькому разберемся. В принципе... Что же я хочу сказать тебе про это растение? Оно, короче, какое-то странное. Я не знаю, я думал, что оно, типа, не временное, что оно, типа, вот ты его ставишь, как рисопульту, либо какое-нибудь другое растение, и оно вот просто вот стреляет себе и стреляет. Но нет, оказывается, все совершенно по-другому. Так, короче, вот давай берем и погнали. Так, значит, тут этот зомбос из какого-то мира, возможно, юрского периода, в виде динозавра, довольно-таки очень необычно выглядит. Так, значит, смотри, вот у нас тут идут солнышки, всякая другая дребедень. Вот, смотри, вот это растение, во! Во, оно вот просто вот так стреляет, как бы, типа, оно снимает реально много хп, но что-то мне не очень как-то. Что-то я не знаю, почему, но вот... Мне реально это растение как-то особо не заходит. Вот почему его вначале не дали испытать, я бы не набивал бы этот весь квест. В основном, не, хотя вот я тебе скажу, квесты и арены были интересные, но его почему-то вот не дали испытать, черт. И вот, ну вот видишь, оно вот так стреляет. Типа на нем даже нельзя испытать удобрение. Хотя вот, например, даже на перце можно вот так испытать удобрение, типа, блин, на этом же даже нельзя никак. Оно просто, вот знаешь, работает как вишни, либо джалапено просто взрывается, просто вот что-то выкручивает, какие-то колючки. Так, значит, что же, вот смотри, вот так, вот так. И вот так. Это все, вся тема работает. Смотри, вот сейчас мы, короче, быстренько пройдем... арену, так, вот, блин, оно не успевает грузиться, я не знаю, вот, мне как-то не зашло. Может, кому-то покажется, что это растение имба, но реально, в последнее время прям растения такие не очень, если честно. Реально, растения прям не очень, вот был персик, не знаю, если у кого есть чернильные растения, то этот персик там и пригодился. Здесь же, блин, может оно с мятой как-то работает хорошо, в принципе, хотя я не знаю, вот оно, по идее, на мяту нормально пойдет, ну, не знаю, вот эти штуки крутятся, как бы, как ракеты, в принципе, было же такое растение, в первой части вот этот котик, и довольно-таки оно мощнее прям было, ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой, нихрена какие зомби нам тут ходят, так, спокойно, вот здесь давай вот это поставим. Опять же, я тут никакую тактику типа не продумываю. Типа, блин, я просто сейчас играю по приколу. Так, давай вот так. Давай сейчас вот так, вот так. Хорошо. Отлично. Тут у нас довольно-таки мощные зомби. Так, хорошо. Давай так, так, так. Хорошо. Давай, блин, побыстрее, я тебя прошу, умоляю. Это тут какая-то ерундистика происходит. Так, давай, давай, давай. Во, вот так. Ну, видишь, оно вот так как бы взрывается и выстреливает этими колючками. Не знаю, мне как-то не очень. Мне как-то не очень. Не знаю, скорее всего, я это растение не буду получать, дорогие друзья. Хотя можно попробовать получить там, ну, в принципе, блин, еще там, ну, чуть меньше половины придется сидеть на этой арене. Так, хотя... Хотя я не знаю, как-то не зашло. Так, хорошо, мы побеждаем.
Также вот, вот это растение, вот которое у нашего соперника, вот, вот это кактус-колючка, оно стреляет так же, как и вот это растение, но только оно постоянное, вот это кактус-колючка. А, это не с девятью головами, не постоянное. Так, хорошо, тут призы довольно-таки уже, кстати, призы довольно-таки не такие скромные, я тебе скажу, прям по 4 пиньяты, а там в конце 8, ну довольно-таки круто. А, так, что у нас тут? Вот это вот довольно-таки конфеты, хорошо у нас тут раздают. А, пригодится, я думаю, для следующей покупки какого-нибудь другого растения. А, так, хорошо, вот здесь еще есть, офигеть. Довольно-таки много всяких призов нам преподнесли. Так, все, остальное тут... Остальное тут за либо за рекламу, либо еще за какую-нибудь фигню. А, так, хорошо, у нас тут есть еще всякие квесты. Давай-ка погнали сыграем в пиньяту парти. Посмотрим, что там у нас. А, так, ну здесь, конечно же, классика. Здесь, конечно же, классика. И что же? Так, это пока не будем использовать. А, наверное, скорее всего, здесь нужно где-нибудь поставить минку. Так, а чё, чем я должен убивать? Типа, блин, это растение ни хрена не ломает. Блин, какой-то сложный квест, дорогие зрители. Какой-то реально сложный квест. Типа, мы должны сейчас минами, не мины подкладывать и как-то сдувать этого зомбя. Так, хорошо, давай сейчас тогда думать. Вот так, сейчас будем отгонять. Так... О, есть, подорвали. Так, вот тут можно использовать. Давай, бах. Бах, хорошо. Так, отгоняем, отгоняем, отгоняем. Нормально. Так, вот здесь что-то многовато зомби. Блин, а квесты сложные. Квесты реально сложные. Так, сейчас этот зомби дойдет. Так, есть. И давай вот сейчас вот этих назад. Так. Что еще? Что еще? Блин, я никаким образом не могу разрушить эти чертовы могилы. Блин, короче, жесть. Так, типа... Блин, 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 да ты чё? Как я продержусь? Хотя, может, продержимся, черт его знает. Так, во, взорвалось там, хорошо. Так, отгоняем прямо на самый зад этих зомбей. Так... Квест реально трудноватый сейчас на данный момент. А, так, хорошо. А, типа, блин, все-таки нам нужно подорвать какую-то свору этих зомбей. Ладно, тогда смотрим. Ждем, 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 ждем. Вот. Давай-ка вот эту отгоним пока. Вот этих не знаю, отгонять или нет, но вот эти пока вместе идут, возможно, они сейчас подорвутся. Если что, сейчас быстро отгоним. Сейчас быстро отгоним. Так, давай, 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 давай. Как ты там? О, нормалек. Так, ставим минку. О, хорошо, хорошо, хорошо. Стой, 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 стой. Иди назад пока. Так, хорошо. Во, во, как раз это то, что нам надо. Как раз это то, что нам надо. Все, есть, хорошо. Отлично. Отлично, отлично. Так. Ну, довольно-таки квест прям такой вот на смекалку, потому что кто-то попытается, наверное, разрушить эти могилы, хотя, блин, тут... Ох, ни хрена, тут много вот этих зомбей. Так, стой, не жри пока, не жри. Ох, капец. Так, давай-ка туда пока. Так... Смотри, если сейчас дадут... Блин, что-то не дают. Вот тут я не знаю как. Хотя это финальные, так сказать, потуги здесь. Так, давай. Бах, хорошо. Так, давай вот этих назад. Так, о, нормально, нормально бомбануло. Так, это пока там идет. Так, если что, сейчас смотрим. Так, ага, отлично. Отлично, ей, хорошо. Так, теперь вот здесь я не знаю, вот сейчас если вот прибудет, сейчас вот если вот 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 вот, ей, хорошо. Так, давай здесь, так, отлично, отлично. Так, и давай тут.
Так, во, прям там вовремя, отлично. Все, шикарно, проходим. Проходим, так, немножко сейчас подускорим процесс данной битвы. Так, давай, быстрее, хорошо. Все, есть. Так, и пиньятки, погнали. Ну тут за такой квестик-то нам должны дать хорошенько такие... О-о-о! Ну нормально, нормально. Вот эти, кстати, улучшения, мы это растение вроде должны получить в этом... в затерянном городе, поэтому это нам пригодится. Ну вот как-то так, дорогие зрители. В принципе, посмотрели мы арену, испытали вот это растение, которое, в принципе, должны получить... Пишите, конечно, свое мнение в комментариях, довольно-таки будет интересно почитать, что вы напишете по поводу данного растения. Мне лично оно, ну, так себе, если бы вот его бы вначале бы дали испытать, я бы не парился бы с этими аренами. Ну, хотя, блин, там были хорошие призы, главное, что мы все призы вот эти получили в начале арены и, в принципе, покедово. Пиньята партии довольно-таки была классная. На этом пока что все. На этом все, дорогие зрители. В принципе, встретимся уже в затерянном городе. Подписывайтесь на канал, делитесь этим видео, ставьте большие пальцы вверх. С вами был Кот. Всем удачи и всем пока.